Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас новое видео о моих новых заказах одежды с AliExpress. Давайте не буду томить вас долгими вступлениями. Ссылки на все, что я сегодня покажу, как всегда, найдете в инфобоксе. Всем приятного просмотра! Начну свой обзор с платья в виде длинной футболки. Я заказала его в оливковом цвете. Также там у продавца есть и другие цвета. Размер это у меня M. Специально выбирала его, чтобы оно сидело на мне свободно. Очень в последнее время нравится мне такая модель платьев. Она удобная, практичная. Можно с кедами ее носить, можно и с босоножками надеть. Здесь в составе присутствует хлопок. Именно это побудило меня его заказать, наряду с тем, что мне нравится его модель. На платье присутствуют все фирменные бирки, этикетки, также здесь как раз указан размер. Рукава у него короткие, талия здесь выражена, длина у него ниже колена. В общем, очень комфортная, приятная, к пошиву нет претензий. Следующее платье у меня очень похожее, оно из того же магазина, той же фирмы. Здесь тот же материал, только в цвете я выбрала его в черном. Также это у меня размер M. И отличаются эти платья только длиной рукава, здесь рукав полный. Все то же самое, что говорила о том платье, могу сказать и об этом. Нравятся мне такие удобные, комфортные и практичные платья. В общем, все как на картинке, все как и ожидалось, заказом осталась довольна. Следующим моим заказом стала хлопковая блузка. Горловина ее на резиночке, можно носить ее и на плечах, можно низко спустить с плеч. Очень красивая здесь обработка ткани, в такой кружочек обшитый. И такая же обработка находится снизу блузки. На талии присутствует множество резиночек, очень мягко и хорошо тянется талия. Поэтому при выборе ее размера учитывайте только обхват груди. На блузке находятся все фирменные этикетки. В размере я ее заказывала в S. Все замечательно подошло. В общем, заказом осталась довольна. Она красиво смотрится. И самое главное, что материал здесь хлопок. Следующим моим заказом стала шифоновая прозрачная блузка черного цвета в белый мелкий горошек. Она очень свободная, у нее большой обхват груди, но она такой и предполагается. Под эту блузку необходим какой-то непрозрачный топ, иначе будет очень хорошо просматриваться все ваше белье. Понравился мне ее покрой, она такая легкая. Здесь под грудью у нее находятся швы. Сзади сверху она завязывается на ленточку. Под этой ленточкой глубокий вырез. Дальше талия у нее присборенная. На локтях также находятся швы с присборками. И на концах, на манжетах находятся завязки. В общем, интересно смотрится. Также не пожалела, что заказала. В надетом виде, кстати, действительно выглядит намного интереснее, чем вот так вот на вешалке. Следующим моим заказом стала давно популярная на AliExpress футболка. Перед ее абсолютно простой, но на спинке находится принт с крыльями. Эта футболка также продается в белом цвете, но заказала я ее в сером. Размер это у меня S, самый маленький. Здесь, кстати, даже у размера S обхват груди достаточно большой, потому что она в очень свободном виде носится. Рукава у нее не вточные, они плавно переходят, выходят из плечей. Длина
приличная футболка, длинная. Можно носить спокойно ее и с леггинсами, можно немножко заправлять, как вам понравится, с любой стороны подгибать, заправлять, завязывать. В общем, все, на что ваша фантазия способна. Аккуратная здесь обработка горловины такой тесемочкой. Все швы довольно неплохие. Материал здесь хлопок вперемешку с синтетикой. Хлопок здесь присутствует. Не очень много, но он есть. Из-за того, что она очень свободная, очень продувающаяся, в принципе, здесь синтетика не очень сильно ощущается. В общем, к телу, да, к телу приятная. Если когда-то засматривались на эту футболку, и вам было интересно, как она выглядит вживую, можете посмотреть и сделать окончательное решение. Следующим моим заказом стала необычная шифоновая блузка в белом цвете. Очень интересная она тем, что у нее здесь такой рубашечный воротничок, дальше белая сеточка и вот такой вот элемент. Такой гофрированный, свободный. И дальше все как у обычной блузки. Рукава прям такие блузочные, манжеты, пуговицы. Интересная, необычная модель, но сразу скажу, что не для меня. У меня плечи довольно широкие, и вот эти вот все элементы делают мои плечи еще более широкими. В общем, нужно будет мне найти человека, которому больше эта блузка подойдет, потому что я ее носить не буду. Задумка интересная, выполнение тоже интересное. Вот когда будете ее проутюживать, если вдруг вы ее решите заказать, проутюживайте вот этот вот внутренний шов, чтобы он вниз уходил. Я вот не проутюживаю, у меня на примерке это очень видно. Сзади воротничок застегивается на беленькую кругленькую пуговичку. Тоже все очень красиво, аккуратно. Здесь фирменные бирки находятся. Размер я себе заказывала S. Размерная таблица верная, не маломерит и не большемерит. Все хорошо. Следующий заказ, о котором хочу поговорить, это платье из магазина платьев. Я снимала уже на этот магазин парочку обзоров. В общем, еще одно платье ко мне пришло. Вот это вот название магазина, если вы помните. Платье это сверху довольно простое, на бретелях. Здесь потайная молния находится. Все здесь очень сдержано. Дальше на талии находится поясок из того же материала. И свободная пышная юбка, и самая красота находится на конце юбки. Здесь цветы расположены, красивые, яркие. Они как раз и придают изюминку этому платью. На свои параметры заказала его в размере S. С размерной таблицей здесь все в порядке. Понравилось, что здесь металлическая фурнитура, она крепкая, качественно выглядит. Дальше понравилось, что выточки везде присутствуют, действительно все по фигуре садится. Не понравилось то, что материал чистая синтетика. В общем, если вам важно, я знаю, что есть люди, которым очень важно синтетика или натуральная ткань. Я вот, например, тяжело переношу синтетику, поэтому вот для меня это минус этого платья. Других минусов в нем не имеется. Ну и последним заказом на сегодня стал вот такой очешник. Они разных расцветок на AliExpress продаются. Мне очень понравился именно вот в таком черном цвете. И молния у меня в фиолетовом цвете. Ну там еще есть в желтом, розовом, красном. В общем,
несколько расцветок, вот именно молнии. Сама собачка здесь серебряного цвета. Размер его небольшой, но под все мои солнечные очки он прекрасно подходит. Размеры все указаны в описании товара у продавца. Дальше для меня было важно то, что каркас здесь жесткий. Он не помнется, ничего с очками никогда в жизни не случится. Он очень жесткий, очень крепкий, даже помять его невозможно. Внутри бархатная прослойка, тоже ничего не поцарапается, не повредится. Я имею в виду сейчас покрытие на очках. Сам замочек ходит хорошо, материал хорошо выглядит. В общем, никаких претензий. Здесь еще вот такая вот ленточка находится, можно носить его с собой. Прекрасный заказ. Делала я этот заказ уже больше 3 лет назад и до сих пор меня радует. Проверен временем, ничего с ним не случилось. Удобная, полезная, функциональная вещь. Если ищете себе чешник, то можете смело заказывать на AliExpress. Цена и качество здесь достойные. Ну вот и все. Это были все покупки на сегодня. Всех благодарю за просмотр. Следующее видео не за горами, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал. Все ссылки вы найдете в описании. Также буду рада видеть вас в друзьях в соцсетях и в моих группах. А здесь мы с вами увидимся в следующем видео. Всем до скорых встреч!